Блин, где я тут нахожусь? Это у нас... Фу, блин. Что это такое? Что-то отломанное. Какой-то кусок криво обрезанного. А там вон, смотри, что. Оргалит. А за ним что? Непонятно. Кусок криво обрезанного оргалита. Так. В общем, такая вот задача. Одного сиденья нет, как видите, да? Задача вот это сиденье, мало того, что снять, я там спереди открутил, оно заклинившее. Но обычно как на классике делаем, да, заклинившее сиденье, садимся на заднее сиденье и толкаем ногами вперед переднее сиденье, там, либо постучать. А здесь вот даже молоточком не это самое. И вот я вот сижу тут уже минут 20, стучу по нему вот так вот. Вот. Оно как бы двигается, но очень-очень-очень медленно. То есть вот это проблема. Мало того, что у него еще и спинка вот так вот сломана. В общем, наша задача не выпендриваться, а взять это все очистить. Вот видно, да, сиденье вот такое вот, мягко говоря, в говно, с дырками. Вот. В дырке можно, например, что-то засовывать. Вот так вот, например. Фу, без шуток, конечно, уже все собрано. Капот я вчера перекрасил. Тут надо будет все очищать. Это что такое? Пятно контакта. Не знаю, ладно, посмотрим. И, кстати, надо будет тоже чистить все. Красоту. Тут что-то все разломано. Пипец какой-то. Что тут происходит? Мне кажется, тут что-то не хватает, нет? Или мне глючит? А, вот сюда же ведь радуек нету. Можно так вот руку засунуть и вот так вот сделать. И она туда упала. Вон она валяется. Пипец, что здесь творится? Такие вот звуки. Ужас, ладно, продолжаем продолжать. Так, это что такое? Так, крыша отполирована, машина отполирована. Красота. Салона нету, остались какие-то, блядь, грязные тут. Пипец, короче. Вообще, смотри, что творится. Ой, давно опять сранья не было. Ладно. Нас выручает, как всегда, наша четверочка. Вот они сиденья. Вот в таком состоянии. Состоянии говна. Едем химчистить. Пена подействовала, поднялась кверху. Сейчас будем тереть. Так, ну что, вот они сиденья наши. Абсолютно чистенькие. Капают тут. Снег пошел какой-то опять непонятный, блин. Второе сиденье водителя. Такое же чистенькое, только единственное, что вот в нем дырочки есть. И также оно капает. Знаете, что сдали? Никогда не угадаете. Просто никогда. Это супер автомобиль, который только можно представить на Чермете. Это Great Wall. Короче, вон Great Wall, я не знаю, как он называется. Вингл, по-моему. И Audi A6. А, это Sailor. Такой вот Sailor. Чермету дали весь комплектный, на литье, на резине. С салоном. С магнитолой, с ключами. Nexia. И, дядя Жень, вот Ауди для тебя. Крыло, правда, изувечено. Вот здесь вот что-то. Мотор V8, что ли, да? Нет, V6, V6. Так. Здесь в масле, конечно. Весь комплектный.
лобовую без трещин даже. Даже подушки есть еще. Радиатор. Такие вот машины. Так, на чермете находочка. Самки абсолютно целые. Ничего не сломанное. Ну, сломана дощечка одна единственная, что здесь. Все. Так, приводим каблук в порядок. Значит, фары, лампочки некоторые перегоревшие. Здесь что-то вообще все запаршивлено. В таком состоянии все. Смотри. Намертво. Все сгнило. Здесь вообще что-то отвалилось. Ужас. Одним словом. Надо будет это все делать. Здесь поцелее. Вот. Значит, здесь у нас остались порожки. Сейчас, ладно, покажу. Основная проблема в чем? А, ну, в общем, вот. По состоянию. Вот так вот все это выглядит. Решетка вот эта вот верхняя не подходит к капоту. Бампер кривой, ладно. Вроде как хозяин сказал, привезет. Вот. Капот перекрасил. Все отполировал, болты нашел. Для бампера который. В общем, по салону. По салону. Сейчас здесь плохо видно. Ну, в общем, я здесь все отчистил. Все теперь чистенько, смотри как. Все, блин, грязный руль этот ободранный отхимчистил. В общем, полы как мог попылесосил. Насколько это позволил мне пылесос сделать. Теперь здесь чисто на полу. Так, по крыше. Все отчистил. Козыречки поставил на место. Все очищено, собрано, здесь все почищено. Она такой, блин, пластик такой, что вот его вот как вот он, блядь, как вот это вот так вот, блядь, надо прикручивать опять. Так, это все собрано, поставлено. Это поставлено, ручки мне до сих пор везут. Колесо там сдулось. Что-то на улице какая-то хрень опять. Я сейчас вышел чайку попить, смотрю, блядь, опять снег какой-то идет. Что такое? Тучи, конечно, такие вот у нас ходят. Так. Купил я насос на Peugeot. На улице снег идет. Какая-то хрень вообще, что творится? О, блин. Погода, блин. Охренеть. Что это такое? Это вот та туча, которая... Блин, пришла. Точнее, я, блин, приехал к ней. Ну, блин, на земле уже лежит. Четыре градуса на улице. И снег вот такой фигачит. Вот большие перемерки, 18А, тюрьма, вон она. А вон бывшая машина, автозаки, бычок, газ. Стоят.
кто помнит, раньше здесь под мостом была штрафстоянка для битых машин. Прям их много было. Вот, снег пошел, дождь. Там асфальт делают. Справедливости ради надо сказать, что они уже давно его делают. Блин, опять зима, опять снег. Смотри, что творится, охренеть. Интересное природное явление, я замечаю. С крыши идут ручейки. Вон они, херачат. Вон. Соединился. Здесь тоже ползет. А дождя-то нету, вот, лужи-то. Как так? Че оттуда течет-то? Там снег не тает, его там нету. Вон, крыша. Чистая, сухая. Откуда он берется? Дождя нет. Что происходит?